А игра хорошая была. Такая, в принципе, скоростная, активная такая. Прессинг играли. Неплохо. Ребята, я думаю, готовились к нам, разбирали там. Вот, наверное, так и получилось. Да мы еще сами не забили свои моменты. Там где-то упустили счет, немножко игру упустили в серединке первого тайма. Не все. Вот, наверное, поэтому счет такой получился немножко маленький. Забил два гола, хорошо, но все равно еще в тактическом, в техническом плане надо работать. В физическом тоже, конечно. Ну вот надо набирать потихоньку. Уже что-то немножко просматривается. Буду работать еще больше.